Используя свой прошлый и настоящий духовный опыт, Олег Руснак помогает людям найти свой путь и ответы на жизненные вопросы. В современном информационном пространстве очень легко заблудиться, поэтому миссия проекта заключается в том, чтобы каждый человек нашел ответы на свои жизненные вопросы и по мере духовного взросления человек обрел власть над своей жизнью. Ибо только так, изменив себя, человек может изменить мир. Жизнь — это самый великий дар, данный человеку. У каждого свои уроки и свое предназначение. Запутавшись в социальной паутине интересов и ощущений, человек пытается освободиться от собственных ограничений или жизненных проблем. Вот именно здесь, на этом этапе поиска знаний самим человеком, приходит помощь. За время существования проекта было создано около 30 авторских методик и более 400 авторских медитаций. Открывая каталог проекта, вы сможете обучиться методикам по самоисцелению, таким как квантовое дыхание 1, 2, 3 ступени, жемчужина самоисцеления, платиновая коллекция по самоисцелению, алхимия жизни или руководство по привлечению счастья и мудрость розового лотоса. Вы также можете найти духовное руководство в таких курсах, как пятимерное расширение сознания энергиями люцида и, опять же, платиновая коллекция по самоисцелению. Есть и такие курсы, которые помогают человеку очищаться от отрицательных энергий и ставить психические защиты. Также вы сможете найти те методики, которые помогут вам достичь успеха в своей жизни, управлять своей жизнью и использовать свой жизненный потенциал для созидательных целей. Начиная с 2010 года было обучено более 20 тысяч человек, которые прошли онлайн-обучение или обучение на живых семинарах. Духовный путь Олега Руснака начался в далекие 90-е. Поиск знаний осуществлялся через медитации, глубокие и постоянные размышления и чтение книг. Олег много медитировал и старался искать истину в обычных жизненных ситуациях. Ибо только так человек может расширить свое сознание. Время шло. Олег не останавливался на достигнутом. В начале 2000 года он начал профессиональную карьеру психолога и целителя. Помогая людям, Олег обретал опыт. За это время он, как специалист реинкарнационной терапии, которая является его авторской методикой, сделал больше 10 тысяч погружений в прошлые жизни с целью освободить сознание человека от старых отрицательных программ. Обретая опыт, он вышел на более высокий уровень и начал обучать и помогать людям благодаря интернету. За это время Олег провел семинары в странах Европы, во многих городах России и Украины. Все семинары отличаются тем, что они всегда проходят в местах силы. Это всегда теплая и семейная обстановка. И, конечно же, уникальная подача информации. Почти каждые 2 месяца проходят онлайн-курсы, давая людям знания. Каждый месяц проводятся 2 коллективные медитации, где собирается от 400 до 1000 человек. Также Олег проводит индивидуальные онлайн-консультации. Его жизнь заключается в том, что он делает. Существует и другая сторона жизни Олега. Он женат, и у него 3 прекрасных детишек. Блог Олега Руснака направлен на информационное знакомство и обучение. На блоге вы сможете ознакомиться с различными направлениями, такими как эзотерика, медитация, психология, целительство. Все его статьи являются уникальными, потому что он, как автор многих методик, принимает информацию
от своих духовных учителей.